Здравствуйте, друзья! Я хотел объявить конкурс, который пройдет очень быстро на нашем канале. Мы подведем итоги 1 февраля, в конце дня. И, значит, конкурс этот такой. К нам приезжает блогер учиться. Я говорил об этом раньше. Значит, начинается группа 3 февраля, но приезжает человек этот 1 февраля, поэтому мы 1 февраля сделаем сюжет, повесим его в аэропорту, я поеду встречать, повесим сюжет, и станет известно, кто это. Значит, у нас будет 5 призов. Мы только что обсуждали это все, значит, с нашим гостем. И 5 призов. Это американские флаги. У меня вот есть 5 американских флагов. Поэтому первые 5 человек хронологически, просто вот в том порядке, как все это происходит в YouTube. Вот, значит, первые 5 человек, которые дадут правильный ответ, получат этот самый флаг. Мало того, из 5 призов один приз будет первый приз. То есть, соответственно, первый, кто угадает, получит этот приз. И первый приз отличается от всех остальных тем, что кроме моего американского флага, там будет еще гостинец, ну, сувенирчик от самого блогера. Значит, блогерши, да, это женщина. Значит, все, что мы знаем про неизвестного нашего инкогнито человека, мы знаем, что это женщина. И я даю наводку такую, что она прилетит к нам самолетом. Вот не знаю, насколько это вам поможет. Прилетит человек самолетом 1 февраля. И что я еще хочу сказать, что это честный конкурс. Имеется в виду, что если человек, скажем, будет там 5 разных кандидатур предлагать, или даже 2, то это как бы является дисквалификацией. То есть можно предложить только один вариант. То есть мы не в игрушки играем, а у нас такой серьезный честный конкурс. И меня все время там на конкурсах разных, где мы итоги подводим, все время обвиняют там люди, которые обижаются, что им приз не достался, что тут нечестно, там нечестно. Я даже думал какую-то коллегию создать из наших зрителей, чтобы они конкурсы проводили, а я вообще в этом не участвовал. Но в данном случае все будет очень просто. Как бы вы, когда отсортируете комментарии в хронологическом порядке, вы увидите, кто был первым, кто вторым. И там даже время стоит, по-моему, я так боюсь соврать, но день так точно стоит. Вот, так что будет все очень просто. Кроме того, когда приходит комментарий, у меня есть email, куда это все собирается до кучи. Поэтому уже с точностью там, да, я даже не знаю до чего. Но во всяком случае, они отсортированы по дате, так что никаких непоняток там быть не может и двоякого толкования. Так что вот такой конкурс. Приз символический, в общем-то. Конечно, это не фотоаппарат, и не видеокамера, и не велосипед, и не стиральная машина. Но, во всяком случае, это хороший звездно-полосатый, вышитые звезды, полосочки сшиты ниточками. Это не нарисовано и не отпечатано. И это сделано в США. И он такой, как бы, недорогой подарок. То есть он сам стоит десятку, еще $15 стоит его прислать к вам. Так что вот такой интересный подарок. Все, ребята, счастливо и как бы желаю вам успешно поучаствовать в конкурсе. Даже если вам это, собственно, без разницы, ну так, для фана. Собственно, любой конкурс, он для фана. Счастливо!